Родился в рубашке. Именно так можно сказать о водителе иномарки, который стал участником аварии под Тургеневским мостом. Инцидент попал в объективы камер ЕДДС. На кадрах видно, что водитель белого кроссовера едет со стороны улицы братьев Игнатовых в сторону Тургенева и на перекрестке таранит легковое авто. Седан переворачивается и врезается в столб. К месту бегут очевидцы, они помогают водителю выбраться из салона. Автоинспектора не приходится долго ждать. В момент столкновения мимо проезжал патрульный автомобиль. Камеры ДДС не засняли светофор, поэтому по видео непонятно, кто виноват. Не дают свои оценки и сотрудники ДПС. Для выяснения виновности в данной аварии, кто виноват, кто прав, назначено административное расследование, потому что оба водителя утверждают, что ехали на зеленый разрешающий сигнал светофора. В этом серьезном столкновении оба водителя не пострадали, а вот машины, особенно немецкий седан, ждет капитальный ремонт.